Похоже, мы движемся не в том направлении, сэр. Может, вернемся в бой? Тут для тебя полно работы, Мактавиш. Рад, что ты выбрался из Южной Америки. Объединишься с 6-м флотом. Нанесете ответный удар. Заключенный 627. Мы считаем, что именно этого человека ищет Макаров. Но не можем до него добраться. Нефтяные вышки, сэр. Русские располагают там зенитки. Нефтяники — это живой щит. Мы не можем просто взять и взорвать вышку. Это защищено слабее всех. Ребята, я знаю, что сейчас посылаю вас на смерть. Они охраняют это место. Значит, там что-то нужное. Особенно, если мы хотим найти заключенного 627. Высаживает группу 2. Встреча у цели. Ротл 6. Глубина 20 метров. Группа 2 у цели. Цели. Начинай. Двое противников в секторе 1 Альфа движутся к сектору 2. Так точно, Хоутел 6. Расслабляться, ребята. Объект вознаграждения. Разрешаю огонь, только с глушителем. Все чисто. Там заложники, осторожнее. Вас понял. Группа 1 идет на штурм. Убить заложника! У вас там заложники. Так точно. Порядок. Порядок. База, заложники со второй палубы спасены.
вражеские переговоры. Похоже, к нам гости. Переходим к плану Б. Установить взрывчатку на тела. Заряды на трубу. Быстро. Времени мало. Заряды на лестнице. Поднимись повыше. Мы нападем на них, когда они найдут тела. Есть движение.
Хоутл 6. В вашем районе есть заложники. И, возможно, взрывчатка. Прием. Посмотрим. Внимание всем. Стрелять осторожно. Мы не знаем, что там внутри. Понял, подтверждаю. Каратель, это Феникс 1-1. Длиной 15.